Всем привет, меня зовут Игорь Мережан, и в этом видео мы поговорим об ударной установке PIS DP-109. Данные барабаны изготовлены из 6 слоев тополя. Хороший резонанс и сустейн обеспечивают облегченные лаги и усиленные штампованные обода. Особенностью данной модели является наличие шарнирного том-холдера для навесных томов. Теперь давайте перейдем к практике и ее послушаем. Сейчас мы послушаем звучание малого барабана. Бочка. Томы. Теперь послушаем всю установку в целом.